Моего прадедушку зовут Нигматуллин Валий Хисмович. Родился в 1911 году в селе Устяцкое Тюменской области. Был призван в ряды Красной Армии районным комиссариатом Викуловского района. В 1941 году служил в 109-й отдельной стрелковой роте 13-й армии, сформированной в городе Котенич Кировской области. В ночь на 30 июня 1942 года вместе совместно с 1-м танковым корпусом они стали выдвигаться на деревню Дубровка Кузьминского, ныне Ливинского района. Авиация противника подвергла их массовому поражению. В 6 часов утра 30 июня 1942 года гитлеровцы ввели новую свежую 383-ю пехотную дивизию. Несмотря на их численное превосходство, наши солдаты укрепились на деревне Бараново. В том бою мой прадед был ранен в бедро. И через 13 дней, 13 июля 1942 года, он умер от ран в госпитале. Похоронен мой прадед на братской могиле в селе Афанасьевка из Малковского района Орловской области. Хоть мой дед не вернулся с войны, но светлая память в наших сердцах нашей семьи до сих пор живет.